Итак, всем привет на канале «Готовь вкусно». Вы уже видели, что я приехал на базу отдыха «Вельшанка», которая находится в селе Лазевок. И мне повезло, что я попал сейчас на кухню непосредственно с шеф-поваром Русланом. И он мне покажет, как разделывать свежепойманного осетра. И вообще, сама фишка этого первого рыбного ресторана в том, что здесь можно получить просто свежайшую рыбу, как карпа, толстолобика или вот в данном случае осетра, и получить просто изумительно вкусное, свежее блюдо из данной рыбы. И сейчас нам Руслан покажет, как правильно разделывать осетра. Для какого блюда? Шашлык из осетра. Шашлык из осетра. Погнали. Сколько вес данного экземпляра? Килограмма два, наверное, полтора. 2 килограмма? Большая рыбка, конечно, такая. Так. Разрезается ножницами, да, не ножом? Очень твердая кожа, нож не режет, в принципе. Понятно, только ножницы, да? Ну, в принципе, конечно, если постараться, можно и ножом. Очень важно не разрезать желчный пузырь. Он находится ближе сюда, к голове? Он находится здесь вот в печени. Ага. Мясо вот испортится. Он, вот это вот желчный пузырь. То есть нужен... Если мы его разрежем, мясо не испортится, но может потерять... Горькое станет. Да. Но если его, конечно, очень быстро смыть, то можно спасти это. Отрезается голова. Она идет в отходы или с ней варим. Уха? Уха будет, да? Здесь очень грубая такая пленка есть. Снимаем пленку, да, ножом? Это все надо. А крови много, да, с него получается? С любой свежей рыбы много. Если эта рыба полежала в холодильнике день-два, то у нее все это застывает, и крови нет. Ну, она есть, но она застывшая ворона. То есть один плюс то, что свежая рыба, но минус почистки, да. А если полежала в холодильнике, то меньше крови, да. Но не тот вкус уже. Какие нюансы есть при разделке осетровых? Нюансы? Да никаких. Ну, никаких нет. Обычная рыба. Обычная рыба с очень толстой кожей. А кожа обычно снимается или готовится вместе с кожей? Мы в ресторане готовим без кожи. Она очень плотная и не очень вкусная. Но обычно люди, которые его поймают или готовят в домашних условиях, они готовят с кожей. Потому что это намного проще. Просто взял, да, тушку, нарезал стейками, правильно? Угу. И пожарил. Замариновал, пожарил. И не, это... ну вот, например, есть любители кожи, например, такие как карповые, карась с кожей. Это другая кожа. Здесь да. Можно сапоги шить, судя по конечно. Всему. Я не могу ее ножом отрезать. А если мы ее пожарим, то оно очень твердое. Поэтому снимают филе через живот. Так намного проще. То есть обычно, чем через хребет, да? Обычно снимают филе, да, через хребет. Ну, так проще, намного. Мы снимаем через живот, потому что у этой рыбы нету костей, в принципе. Здесь есть только хрящевые такие подобия костей, но не очень мягкие. Поэтому мы режем через живот. А вот если мы будем взять через спину, она очень твердая. И здесь, ну, прям панцирь. И мы ножом не сможем это все отрезать. Я понял, только с помощью какого-то. Да. Топорика. Можно, но мы просто убьем нож. Эту кожу можно только... Ножницами. И то ножницы уже спустя полгода уже можно выкидывать. То есть срок службы полгода ножниц. Ну, по эту кожу. Это из-за того, что заточка постоянно и стачивается само лезвие? Ну, потому что вот оно очень твердое такое. Угу. О, ножницы еще, я думаю, не отнимающие. Другого способа не знаю. Наша задача в данный момент это очистить филе от всего, что нам нужно. Это хребет, ребра, кожа, плавники. Это все потом пойдет. Субпродукты. Да, субпродукты.
А давно ты уже здесь работаешь? С открытия запускали 9 месяцев уже. Спросовишься. И сколько времени заняло научиться вот именно разделке осетровых? Первый раз осетров я видел здесь, конечно, но шок прям до того, как это происходит сейчас, то ушло, наверное, месяца 3 еще. Сейчас мы удаляем желудочная пленка, она несъедобная вообще. И остатки этих реберных костей. Здесь этому, конечно, надо учиться, потому что это все должно быть максимально тоненьким. Ну да, чтобы ценное мясо осталось. И снятие кожи, да, наверное? Нигде ничего не осталось, никаких хрящей, остатков хребта, да. Дорезаем до кожи, подосовываем нож. Вот, теперь уже чистое филе, правильно? Да. Кстати, а осетра сырым едят, как, например, лосося? Ну, мы его мариновали, ели вкусно. Прям сырым я не пробовал. Ну, то есть, как сашими? Он речной, поэтому у него в любом случае есть какой-то запах этой всей, ну, неприятно пахнущей воды. Все эти водоросли, мула, это рыба мирная, она ест с дна. Поэтому у нее в любом случае есть неприятный запах у сырой. Но если замариновать и пожарить, то это все исчезает. Мы удаляем вот эту черноту, она имеет тоже достаточно неприятный вкус. Ну, у лосося тоже это все удаляется. Это не лучшее качество, не лучшее мясо. Так это мясо. И аналогичная здесь процедура, да, проводится? Да. Ну вот из 2-килограммового осетра сколько получается чистого филе? Процентов 30. 30% всего-навсего. 600 грамм. Ну, это, наверное, формирует стоимость этой рыбы. Любой рыбы. Тушка лосося стоит 200 гривен килограмм. А если разобрать его на филе, тоже все до 500 гривен. Если это все замариновать, засолить, пожарить, это все еще намного дороже. Ну, поэтому, если вы поймали это, готовите дома, то это будет намного дешевле. Потому что вы все пожарите, вы и это пожарите, правильно? Ну да. Если вы нарежете стейками, это все пожарится, это все будет вкусным, это все потом объестся, правильно? Все будет смаковаться. А так как мы в ресторане, поэтому мы не можем туда подать плавник, ребро. Ну, мне сложно представить, где в Украине можно поймать вот так вот осетра на открытых водоемах. Ну, у нас можно. Не, ну у вас понятно, у вас здесь специализировано. А на открытом водоеме нет, только на закрытых. Осетровая, она же в основном в Канаде, в Америке, по-моему, если я не ошибаюсь, в речках и озерах водится. Я думаю, в Европе тоже нет. Я вначале подумал, что вот эти такие бронзовые вкрапления – это жир, а это мышцы, это, да. Это обычная мышца. То есть это надо срезать в любом случае, потому что имеет запах тины. Ну да, он не улучшает. То есть, если без него будет вкуснее. Но его есть можно, но это съедобно. Остатки кожи. Из вот этого мы в итоге приготовим шашлык. Мы его нарежем.
Уже для шашлыка, да? Ну, и тут дальше обычные кусочки. А как вообще маринуется он для шашлыка? Что добавляется в первую очередь к рыбе? Что придает ей такой акцентированный вкус? Мы добавляем рыбный соус азиатский, ну, на основе анчоуса делается, ну. Там. Добавляем соевый соус, соль, перец и специи по вкусу. Это у нас пойдет на шашлык. Но мы будем мариновать, не будем. Хочешь, покажи, если тебе надо сейчас. Вот это у нас пойдет на уху. Это у нас голова, хребет и обрезки живота. Здесь очень много мяса, это все съедобно. Жир, наверное. Жир, это все съедобно. Все то, что можно было пожарить стейком, ну, стейки, мы это все используем на уху. Есть два нюанса. Это надо вытащить жабра из головы и достать визига в хребте. Это семейство рыб визиговое. Вроде бы у сома еще есть такое же. Ну, все чисто, тут еще нету, это все промываем. На данный момент у нас вот это все пойдет на уху, то есть надо промыть и варить. А вот ему нос кто-то откусил или это в процессе вылова? Нет, ему кто-то откусил. Такой незамысловатый способ разделки осетровых рыб Руслан нам показал. Если хотите, приезжайте на эту базу отдыха, я думаю, вам тоже смогут вручить осетра, вы его сможете сами разделать, либо попросить, чтобы шеф-повар это сделал, и приготовить вкуснейший шашлык, либо те блюда, которые вам могут посоветовать. Ну, а про домики и мангал мы вам расскажем немножечко позже. С вами был канал «Готовим вкусно», Руслан шеф-повар, ему огромное спасибо. Подписывайтесь на канал, ищите Руслана где-то в Инстаграме, в Фейсбуке, может, будете задавать ему какие-то вопросы, как шеф-повару. Ставьте лайки. До встречи!